В этот раз заседание прошло в расширенном составе. В комиссию вошли заместитель главы города по экономическим вопросам Юлия Голикова и председатель комитета по городскому хозяйству и промышленному комплексу Иван Блиновский. В начале заседания были подведены итоги работы административной комиссии за 9 месяцев 2019 года. Так, с начала текущего года проведено 15 заседаний, рассмотрено 145 протоколов об административных правонарушениях. Чаще всего к ответственности привлекались граждане, которые засоряли территорию общего пользования, парковали автомобили в непредназначенных для этого местах, а также нарушали тишину и покой в ночное время суток. Большинство нарушителей, которые приходят на комиссию, они признают свою вину, соглашаются с необходимостью соблюдения действующего законодательства. Ну и большинство, как я уже довел, оплачивают те штрафы, которые уносит административная комиссия. На повестке очередной административной комиссии было вынесено 30 протоколов. 28 из них были составлены по факту нарушения правил благоустройства. Так, ряд заявлений касались неправильной парковки автомобилей в жилой зоне. Члены комиссии провели разъяснительную беседу с нарушителями, а также напомнили о положении действующих правил благоустройства. На территории города запрещается размещение транспортных средств на газонах, цветниках и детских площадках. За невыполнение требований нормативных правовых актов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей и на юридических лиц от 300 до 500 тысяч рублей. В соответствии с действием данной статьи предупреждения здесь нету. В числе рассмотренных протоколов два постановления было составлено по факту нарушения тишины и спокойствия в период с 22 часов вечера до 6 часов утра. Все нарушители привлечены к административной ответственности. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.